Так выглядит коробочка с традиционным филиппинским печеньем хопи. Вот сейчас мы рассмотрим хопи с уби. Уби — это такой овощ, похожий на картошку. Вот, только цвет у него не белый, как у нашей картошки, а сиреневый. Вот. Такие печенья пекут на Филиппинах. В основном вот такие вот кругляшки. Они мягкие. Разрезаем. Смотрим. Вот внутри как раз сверху тесто слоеное, а внутри находится хопи. Очень вкусные печенья.